Всем привет, ребят! Вы на канале Look Tool, и сегодня мы с вами поговорим про вот такую замечательную пилу Husqvarna 137. Человек пришел к нам и попросил провести диагностику. Причина его обращения к нам: пила заводится, но не развивает мощности, нет мощности. Конечно же, я вам сейчас расскажу про одну из причин всего лишь, но которую вы можете сами сделать и провести эту диагностику очень быстро, легко, в домашних условиях. Откручиваем пробку топливного бака. Берем вот такое простое приспособление. Проволочку на конце с крючком. Достаем оттуда, из бачка, топливный фильтр. Снимаем его и смотрим. Видите, какой он? Весь забитый, черный, и явно он уже работать будет не так, как положено. Ну, для сравнения, вот он новый. Видите? Тут как бы разница очевидна. Одеваем новый фильтр и забрасываем его туда в бак. Закручиваем. И если нигде этот человек не лазил, я имею в виду, не крутил ничего, ни карбюратор, ни внутри тут ничего, то все, пила будет работать. Вот наша пила, 137-я Husqvarna, на которой мы поменяли топливный фильтр. Больше ничего я не делал. Вот сейчас пробую завести и посмотрю, как она будет работать. Просто даже самому интересно. Вот человек принес ее в ремонт, оплатил диагностику. Понятное дело, что, конечно, за ремонт мы ничего брать не будем. Возьмем за фильтр, ну и диагностику, соответственно, оставим. Вот. Пробуем заводить. Не думаю я, что здесь какие-то проблемы еще будут. Чуть-чуть холостой завышен, сейчас немножко уберу холостой, но мощность нормальная. Человек пришел, говорит, нет мощности. Поменяли топливный фильтр, мощность появилась. Сейчас немножко уберу холостой, и все, и пилу будем отдавать. Просто с собой сейчас не взял, отверток вышел, просто занесли. Вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!